Здорово, народ. Я сегодня нахожусь в мастерской Стаса. И он мне сегодня немножко предоставил любезно свой горн. Для чего? Я расширяю мат-базу на 17 век. В дальнейшем покажу, как будет выглядеть моя фотозона. И надыбал вот такую вот цепочку хорошую, себе в гараже нашел. Вот такого плетения интересного. И хочу сделать для нее кандалы. Для этого, как говорится, у меня, так как у меня горда нет, буду использовать обычную полосу двоечку. Ну, что-нибудь склепаю, постараюсь. Так как я кузнец хоть куда, постараюсь сделать что-то вот похожее на кандалы, хотя бы для нашей фотозоны. А на историчность, сразу говорю, претендовать не буду, по причине того, что буду, наверное, делать больше для зрителей, для людей, для народа. Вот. Ну и сейчас, как говорится, сам процесс изготовления я покажу уже в дальнейшем. Смотрим. Да, как говорится, концепция поменялась. Стас предложил все-таки сделать помощнее, такую помесистую. Будем делать из прута. Ну, то есть сейчас у нас в распоряжении вот эта вот маленькая кувалдочка и наковальня. И вот этот вот и вот маленький этот прутик. Приборчик, да. И будем, короче, ну я начну этот процесс, а и в дальнейшем, чтобы не задерживать всю, как говорится, тематику, показывать, как мы его раскатываем, уже, наверное, будем делать на молоте. Ну, этапно. Вот, поэтапно, да. Ну, покажем все. Что ж, вот первая пластина готова. Отковали, так скажем. Стас помог. Вот. Сейчас будем делать таких еще 3 штуки. И уже потом заебать делать сами кандалы. Все, смотрите дальше. Лови! Убежал.